моржа. Хотела моржа, я тебе показала моржа. Сегодня мы с Евой будем открывать вот такую вот посылку с сайта JKindy, да, доченька? Она вроде бы такая маленькая, я ее потрогала. Она тяжелая, да, доченька? Маленькая. Какая? Маленькая. Маленькая, да, ну потрогай, вот подними ее, тяжелая она? Да, тяжелая. На сайте JKindy вы можете приобрести разные японские вкусняшки. Там каждый месяц присылают коробочку со вкусностями, которые до последнего, доченька, остаются в секрете. И каждый месяц что-то новое. Да, доча? Новое, необыкновенное и очень-очень классное. Да, вот теперь пришла наша очередь. Мы тоже себе заказали такую коробочку. Посылку, да, правильно. Мы заказали себе такую коробочку, и сейчас мы будем смотреть, что там в ней. Ух ты! Да что, Любуська, давай вытряхивай. Покажем, что тут у нас такое пришло, да? Что же это за вкусняшка? Да, яйцо. Ух ты! Наклейки. Это что? Наклейки. Еще и наклейки нам пришли. Так, давай посмотрим. Нам пришли вот такие анимешные наклеечки с разными персонажами, да. Ну, я, если честно, немножечко далека от аниме, поэтому нужно спросить папу, да? Это папа у нас поклонник вот таких тут японских мультиков. Дальше это что? Конфетка. Вот такая конфетка к нам пришла, какой-то леденец. Это что у нас? Конфетка тоже. Это я не знаю. Это какая-то, может, жвачка или жевательная конфетка, я думаю. Тоже сейчас со всем разберемся. Это что? Так, тут какие-то у нас тоже, видимо, конфетки. Еще пока непонятно. Это что? Тоже какая-то конфетка. Ой, Ева, слушай, а у нас, по-моему, вот с таким персонажем как какие-то были японские палочки, если я не ошибаюсь. Дальше что? Палочки. Так, вот такие вот поки-палочки к нам пришли. Страубери с клубникой, да? Дальше что? Это что? Это еще какие-то палочки вкусные. Вот этот пакетик мы еще не смотрели. О, ух ты, что-то там такое мягенькое. Я по ощущению, по-моему, это какие-то желе должны быть. Так, дальше вот такая какая-то коробочка. Коробочка с пандой. Я так понимаю, это печеньки. Что-то подобное мы с Евой кушали во Вьетнаме, да, дочь? Да. Да, но я, конечно, могу ошибаться. Так, это мы уже смотрели. Это тут какая-то конфетка, карандаш. Ева, посмотри. О, смотрите, шоколадище. Чуть я ее не пропустила. Вот это да. Да. Так, и смотри, Евуська. Вот из-за вот этих вот двух штук, это какие-то два напитка, у нас была такая тяжелая коробочка. Вот это да, интересно было бы попробовать, да? Тяжелая? Она маленькая. А это маленькая? А это большая, да? Большая. Ну что, Евуська, будем пробовать? Да. Ну что, дочь, давай будем открывать? Да. Давай, что будем пробовать? Это. Вот это, вот такую? Да. Давай. Да. Так, здесь вот у нас какая-то вот такая вот конфета. Или не конфета, сейчас мы подсчитаем. Да, доченька, это жевательная конфета со вкусом содовой. Вот так. Ну-ка, разворачиваем. Здесь такая серебряная этикеточка. И тоже здесь какие-то иероглифы японские, да? Да. Понюхаем. Ну-ка, дочь, пробуй. Держи конфетку. Пробуй. Ну что? Конфетка. Вкусная? Да, я тоже попробую. Ты, мне же тоже надо. Я что, просто так что ли съела что-то? Сейчас мы съем. Она внутри с соком. Сока. Посмотрите. Тут внутри тоже что-то типа сока. Посека. Да. Вот это или это? Какая? Это. Вот это. Так, а здесь у нас... А здесь у нас жевательная резинка. Не знаю, как его. О, так, открываем. Смотрите, она выглядит как Double Mint, например, жвачка. Вот такими вот полосочками. Ев, посмотри. И все, и главное, ой, как вкусно пахнет. Вот, смотрите, какие абсолютно разные картиночки. Смотри, ее нужно жевать, а проглатывать нельзя. Она вот такая вот голубого цвета. Да, откусывая кусочек, глотать нельзя, ее нужно просто жевать. Да. Ну что? Глотать его нельзя, надо пожевать потом и выплюнуть, когда нажуешься. Что, съела что ли? Да. Я сейчас думаю просто.
Кстати, жвачка такая не сильно сладкая, а немного кислая. Вкус у нее не так сильно ярко выражен. Вот это? Так, вот такая конфета. Подожди, а тут смотрите, тут ручка нарисована. Я похожа как это, у фиксиков. Да, дочь? На, пробуй. Я понюхаю только. Клубничка пахнет. Клубничка же, да? Да, клубничка. Ничего. Пробуй. Ну что, как, вкусно? Да. Ну да, думаю, леденец, да леденец. А нет, мама не будет пробовать. Да. Нет. Вкусно. А? Ну что, следующее я попробую. Это. Так, а вот это вот у нас жевательная резинка. Резинка. Называется кот. Кот. Интересно пахнет. Тоже откусывай кусочек, только ее жевать, это глотать нельзя, ее нужно жевать и выплюнуть потом. Откусывай кусочек. Ну, ты побольше откусывай. Работай. Вот, все, глотать. Ну, давай, кусай. Не бойся, зайка. Ничего. Глотать нельзя? Нет. Не нравится? Нет. Сначала у нас совсем безвкусная. Потом она становится какая-то кислая. Кислая. Действительно? Ева, ты знаешь эту жвачку, чем дольше жуешь, тем она больше кислая. А тоже. А что, мы это тоже откроем? А вторую тоже в рот засуну. Пахнет? Не, я эту пока не чувствую, чем она пахнет. Мы ее сейчас откроем. И попробуем, чтобы нам не тут не гадать, да? Конфеты шоколадные с натуральной клубникой. Ева, представляешь? Прям с натуральной клубникой. Очень интересно. Хорошо, что... Да. Вот здесь вот пишут название вот у этих вот конфет, а то потому что как закажешь вкусняшки какие-нибудь европейские или японские, сиди и гадай, что это такое, до тех пор пока в рот не положишь. Очень удобно, классно. Прям 5 баллов. Вот здесь нужно открыть. Давай, давай, вот так. Вот. Ну что там? Давай высыпем. Ой, какая прелесть. Вы посмотрите, какие маленькие конфетки шоколадные. Ну что, вкусно? Да. Ух ты. Маленькие такие клубнички. У нас просто в комнате температура кошмар. Мне кажется, все 40 градусов. Ну-ка. Много, да. А что, вкусно? Вкусные вот такие тут конфетки. Малюсенькие. В виде какого-то такого, я не знаю, шоколадно-клубничного конуса. Вкусно, да? Капец. Доченька, давай их сложим в коробку. Из коробки будем доставать. Потому что очень тает в руках. К ним прикасаешься, они начинают таять. Прям как киндер-сюрприз, да? Да. Ой. 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 Очень вкусные конфетки. Прям шоколадные, шоколадные. Вот это, да? Да. Так, здесь у нас какие-то палочки. Здесь уже ничего не написано. Сейчас давай откроем. Наклейки. Наклейки? Вот такого? О, подожди, Ев. А, так их вырезать надо. Эти наклейки еще нужно вырезать сначала. Да. Ев, мы потом с тобой тогда вырежем. Так, давай. Можно? О, пахнет клубничкой. Клубничкой. Я даже не могу понять, что это. О, это... А, это такие... как они называются? Как хлебные палочки. А внутри с какой-то вот такой вот, даже не знаю, помадкой какой-то клубничной. Помадка. Вкусно. Жалко только, что сломались у него. Вкусно? Вкусные штучки. Вкусные. Сейчас мы решим наклейку, нам просто очень надо ее влезть, да? Муж не может, очень хочет наложить наклейку. Так. О, куда тебе? Где-то. Сюда? Да. На газировку? Да. Ну давай. Так, куда клеим? На, наклеивай. Иди-то. Так. Во, отлично. Отлично. Давай я покажу. Вон Ева приклеила немножечко, разукрасила бутылочку, внесла свою нотку в дизайн, да? Да. О, подожди, Ев, мы тут заклеили с тобой описание. Давай вот сюда вот. Вот это откроем, да? Да. Хорошо, как раз и попьем. Так, это безалкогольный, негазированный, сокосодержащий напиток, фруктовый микс. Ну что, будем пробовать, Ев? Выглядит по виду как... Короче, он такой белый, как сгущенка. Да. Жидкая сгущенка. Да. Так, попробуем. Это что-то вот похоже, как будто он не только фруктовый, а еще и немножко молочный. Да.
Вкусно. На, попробуй. Да вкусно, вкусно, это сок. На, попробуй. Сладенько. Ну чё? Вкусно? Вкусненько? Ева, по-моему, не поняла. Как? Кисленько. Что? Кисленько. Ева пытается напоить. Давай отставляем в сторонку, да? Что следующее откроем? Вот такой вот красивый пакетик. Давай мы твою конфетку уберем. Так. Вкусно. Давай, вот это? Да. Вот здесь какой-то розовый пакетик. Пахнет. Он прям мега гламурный, пахнет. Да? Пахнет. Да ну не пахнет. В общем, да я была права. Это мармелад. И еще, Ева, это персиковый мармелад. Персиковый, да. Попробуем. Вот по ощущениям он уже там такой мягенький. Вот посмотрим. Я обожаю мармелад. Так. Ух ты. Доставай. Кусочек. Ева. Кусочек. Кусочек. Понюхай, как пахнет персиком. Да. Вкусно. И он сделан в форме кошачьих лапонек. Какая милая штука. Он просто классный. Классный? Классный, я. Да. Он такой мягенький. Он, кстати, больше кислый, чем сладкий. Да. А это у нас тут просто какая-то конфетка. На ней нарисован карандаш. Да. Наверное, просто конфета. Я думаю, что она нас особо сильно не удивит. Да. О, посмотрите. Тут еще все по-взрослому, тут еще с каким-то стержнем карандаш. Ну-ка, на, попробуй, оближи. Что, какой он? Серый. Какой? Серый. Серый? Да. Что значит серый? Он белый? Да. Дай-ка покажу. Здесь вот такая, облизать. В общем, конфетка. А здесь красный. Облизать. Мне облизать. Мне пока что еще непонятно. Вроде бы как обычная конфета, немножко кислая. Но я думаю, что если добраться до этого... Ой, только ты ее не проглатывай. Если добраться до этого стержня, то может быть он будет кислый или какой-то там другой, нет? А, печеньки. Ну давай попробуем печеньки. Кстати, я хочу как раз сравнить с вьетнамскими печеньками Мишка Куала с шоколадной начинкой. О, и на пакетике тоже Мишеньки. Ты слышишь? Ой, слушайте, ну правда, как вьетнамские печеньки. Посмотрите, тут такая пандочка нарисована. Да. Прелесть. Смотрите, панда. Панда. И так вкусно пахнет шоколадом. Знаете, похоже на подушечки для завтрака. С начинкой, которые пухленькие такие. Ну пробуй, кусай. Вкусно. Вкусно. Для тех, кто не любит сильно сладкое, это прям идеально. Да, они не очень сладкие, такие нежные, несмотря на то, что очень хрустящие, да? Вкусно тебе? Шоколад, правильно. Вкусно. Вкусно, да? Вообще, обалденно. Палец бы откусила бы тебе твой вкусный. Может, палочки вот такие откроем? Да. Давай. Здесь тоже панда нарисована, и это тоже какие-нибудь хлебные палочки. С шоколадом. Да, палочки в шоколаде. В шоколаде печенька. Ой, что-то красиво, мне нравится. Все такое вкусное. А вот тут палочки. Не поломались. О, такой вкусный запах. Понюхай. А ты вот со стороны шоколада. Подожди, сейчас тебя научу. Со стороны шоколада. Кусай. Ну что? Дальше я попробую. Ева, а показать тебе этого моржа? Моржа показать? Моржа. Хотела моржа, я тебе показала моржа. Мы два моржа. Вкусные палочки. Откусили, да. Все, тает. Мало того, что в комнате и так жарко, у нас же еще тут освещение стоит, поэтому вообще кошмар. Да, доча? Давай откроем вот эту попить. Ой, уже хочется запить, но я подозреваю, что
Вот это тоже все очень сладкое должно быть. Да, Гриш? Петелька. А, еще наклейку? Следующую наклеим? Да. Давай, какую? Ева, вот такая, в общем, бутылка, вот она была, сейчас Ева ее преобразит. Преображай бутылку. Только на описание она сидела, на 5 лет на описание. Можно я тогда почитать? Ева опять приклеила на описание. Ева! Безалкогольный, негазированный, молочный шейк. Вот так вот, Ев. Давай с тобой милкшейк попробуем. Боюсь сломать ногти. Да. А я его вообще не с той стороны открывала. О! Вкусно? Пахнет. Дай-ка. Я. Ой, пробуй. Очень вкусно. О! Ну что, как? А то это фрукта. Тоже? Да. Это что-то похоже на... Высокая. Молоко с карамелью. И что, у нас осталась вот такая последняя шоколадка. Да. Давай будем открывать. Что тут у нас написано? Шоколад молочный с хрустящей начинкой. И тут еще показаны вот такие вот шарики, как у Несквика, да? Да. Давай, открываем. Так. Ева, в шоколадке тоже плохо. Плохо. Точно плохо. Она у нас начала таять тоже. Ой. Тоже тает. Я думаю, сейчас мы ее ручками трогать не будем, мы ее будем сразу же кусать. Вот. Да. Иначе вот тут прям... Ой, бедная шоколадка, посмотрите, она вся тает. Причем у нас коробочка стояла в прохладном месте. Это вот она у нас буквально за время съемок. Смотрите, какая у нас тут температура. Смотрите, тут такие маленькие шарики хрустящие. Кусай быстрее, мне кажется, это очень вкусно. Кусай. Побольше. Ну-ка. Шоколад просто божественный. Надо папе сказать, что совсем не вкусно. Вкусно? Да. Я тебе говорю, что мне не вкусно. Есть нельзя. Нельзя. Да. Отрава капитальная. Шоколад просто крутейший шоколад. Там такие... Как, знаете, с рисовыми хлопьями шоколад, или как это называется, только тут шарики такие малюсенькие. Как хорошо, что ты еще наклейки дарят. По-моему, Еве наклейки понравились больше всех, да? Вкусно. Вот просто вкусно. Сладко. Ну что, дочь, тебе понравились наши вкусняхи? Еще хочешь? Так давай тогда мы на следующий месяц закажем такие же вкусняшки. Только к нам уже должна прийти другая коробочка с абсолютно другими наборами сладостей. Да, доча? Да. Ну все, Ев, давай прощаться, а то мне кажется, мы сейчас просто, нам еще нужен веник, и мы уже все, и мы уже пойдем париться, да? Всем пока-пока! Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, мы их очень-очень любим и всегда их ждем от вас. Вот. И приходите к нам на нашу страничку ВКонтакте. У нас впереди еще очень-очень много необычного и интересного. Да, доча? Да? Да? Да. Настя. Все, всем пока. Да.